скоро книгопечатанию конец. Конец. Ну, все будет в компьютере. Все. Захотел почитать, открыл в интернете нужную страничку и читаешь. Ну, я это точно знаю. Ты сам подумай. Ну, как может страничка в интернете заменить живую книгу? Может. Нет, конечно, открыть страничка еще может. Да. А вот как между ними заначку от жены спрятать, вот этого еще не придумали. Да, да. И как это правильно, что вы пришли искать подарок именно к нам, потому что все-таки книга лучший подарок, лучше, да. Конечно. Конечно, понимаете, дело в том, что моему мальчику исполняется 16 лет. Да. Да. И хотелось бы подарить ему, понимаете ли, что-то такое вот актуальное, такое да. нужное, да, такое да, да. интересное, да. я бы сказал, развивающее. Развивающее. Да. Да. Это мудро. Самоучитель. Только речь идет о самоучителе. Да, да. Ну, я не знаю. Ну, вот. Самоучитель английского языка. Да? Да. 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 А к нему приложение. Аудиокассета. Приложение, пожалуйста. Да? Да. Да. Самоучитель же. Ага. Игры на гитаре. Да? А. Да. Да. И к нему приложение. Ага. Видеокассета. Ага. Да. 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 Но. Да. Но. 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 В вашем случае сын. 16 лет. Да. Да. Я бы предложил... А это что? А это как раз то, что я хотел вам предложить. Тоже приложение, но к самоучителю по Камасутре. Да. Да, да. Да. А? А? Да. 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 Послушайте, это безобразие. Я как директор школы просто не могу этого допустить. Вы посмотрите, как ваш сын обращается со школьным имуществом. А что такое? А вот посмотрите. Это учебник истории. Это жирное пятно. Так мы питаемся. Ну, я его на картошку посажу, и будет чисто. А вот здесь, ну. Вы посмотрите, кому он усы пририсовал. Что, неужели... Да нет, ну что вы, ну, Жанни Д'Арк. А, Жанни Д'Арк, ну, слабо. Но тем не менее. Ну, все, ну хорошо, ну, хорошо, хорошо. А вот это, ну, это смешно, вот это. Не, ну, это смешно, это. Ну, это же неприлично. Ну, натурально, как-то, как жизненно. С кого он это рисовал? Да не, ну, дрянь он и все. В общем, так, все ясно. Меры будут приняты. Я его научу, как с книжками обращаться. Это вы будьте спокойны. То есть я могу быть уверен? Ну, абсолютно. Знаете, у меня рука, знаете, какая тяжелая? Это вот, пожалуйста. А если там, не дай бог, он еще хотя бы одну книжку попортит, вы мне просто напрямую звоните. Хорошо. Телефончик я сейчас вам... Значит... Мы решим. Спасибо. Да. И вы тоже нам позванивайте. Да. Вот вам наш телефончик. Звоните. А, ну, как говорится. А, нет, 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 нет. Дома я сейчас. Да. До свидания. Котик, ну ты скоро. Это же наша первая брачная ночь. Вообще первая. Это мое правило. Только после свадьбы. Милый, он... Я так хочу. Да? Так и я хочу. Ну, я хочу, чтобы сегодня мы узнали друг друга поближе. Так и я хочу. Ну, давай уже узнаем друг друга поближе. Я должна тебе признаться. У меня в постели... Угу. У меня есть одна странная привычка. Так, это уже интереснее. Ну? Не могу. Ну, как же. Не могу. Ну, ладно. Ну, в общем, я должна... На ночь что-нибудь почитать. Иначе я не засну. Не засну.
Ах, вот оно что. На, почитай. Если тебе детектив интересен, почитай. Как ты мог подумать? Я читаю только классику. Только классику. Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Дальше дядя говорит. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее время. Богатыри не твой. Хорошо пошла. Вообще, хорошо сидим. Стоим. Может быть, еще заодно изгонять? Вот это правильно. Вот ты изгоняй. Кто изгоняет? Ты. Я? Да. Почему я? Потому что я занят. Мне надо писать. Мне надо много писать. Че ты строчишь там? Я пишу мемуары. Иди, не мешай, иди. Писатель мемуары пишет. Кто это будет читать? Как это кто? Я! Ты. Вот если ты сгоняешь еще за одной, а я надеюсь, что ты наконец за ней сгоняешь, то я завтра точно не буду помнить, как меня звать и кто я такой. А тут мемуары прочел и нормалек. Вот я здесь пишу. С добрым утром. Тебя зовут Кочкин Петр Афанасьевич. Ты работаешь с Мусей. Тебе на работу к 8 часам утра по адресу улица Монтажная. 13. Прораба зовут Синюхов. Сволочь редкая. Хорошая ремарка. Правда хорошая? Нет. Пиши ты, что я, это я про Синюхова. Ты понял? Да. Мемуары. Ну все, давай иди, все, не Миша. Про Синюхова, это я. Да, я помню. Иди, я добавил. Ну, Миша. Хорошо, я добавил. Иди. Про Синюхова. Мне еще столько надо написать.